Сказка про доброго дракона Туби. Далеко-далеко, в песках мрачной пустыни, жил дракон с тремя головами. И звали этого дракона Туби. У каждой из трех его голов было свое имя. Одну голову звали М, другую голову звали Ис, третью голову звали Ар. Ему было очень грустно и одиноко, потому что не было у него друзей. Когда-то, много лет назад, дракоша хотел поселиться рядом с людьми. Но там, где он появлялся, люди уходили из своих домов в ужасе и страхе. Тогда дракоша Туби ушел в пустыню, чтобы никого не пугать и не беспокоить. И произошло чудо в той пустыне. Подружился он там с мышками, да не с простыми, а с летучими. Они были очень рады, что драконы тоже бывают добрыми. И были у каждой головы свои друзья. Голова М дружила с мышью по имени Ай. Голова Ис дружила с тремя летучими мышками. Одну мышку звали Хи, другую Щи, а третью Ит. Голова А была тоже очень общительна. Было у нее три друга. Один друг – Ви, второй – Ю и третий – Вэй. Они очень любили вместе играть. Но однажды случилось несчастье. Друзья дракоши Туби, которых звали Ай, Ю, Хи, Щи, Ит, Ви, Ю, Зэй, заблудились. Они бежали по пустыне и звали дракоши Туби с тремя головами, с тремя их верными друзьями М, Ис и А на помощь, но не могли его найти. И вдруг попался им на пути волшебник в одежде, сотканной из звезд, и сказал: «Друзья, если вы скажете, с кем вы дружите из трех голов дракоши, я вам помогу и верну вас домой. Если же ошибетесь, останетесь здесь навечно». К счастью, летучие мыши знали имена своих друзей. «Я, — молвила летучая мышь Ай, — дружу только с головой М. Это мой лучший друг». И запела песенку. «I am, I am, I am, I am. Вместе навсегда». «А мы, — молвили летучие мыши, — Хи, Щи, Ит, — друзья головы Ис». И запели. «He is, she is, it is, друзья навеки. He is, she is, it is. He is, she is, it is, друзья навеки». «А знаете, кто наш лучший друг?» — спросили летучие мыши You, We и They. «Конечно же, голова дракоши Ар!» И запели свою веселую песню. «Если слышите вы А, ви ю дэй, зови сюда! Если слышите вы А, ю ви дэй, зови сюда! Ви А, ю А, дэй Ар! Ви А, ю Ай, дэй Ар! Раз, два, три! Ви А, ю А, дэй Ар! Посмотри!» Послушал их волшебник и сказал: «Да,
Я вижу, что вы настоящие друзья. И никогда не перепутайте имена своих друзей. Я возвращаю вас домой, к вашему другу Дракоше Туби. Друзья, вам понравилась сказка? Давайте же тоже запомним наших друзей и никогда не будем путать, кто из них с кем дружит. Голова М дружит с Ай. Голова Ис дружит с тремя летучими мышками. Одну мышку зовут Хи, другую Щи, а третью Ит. У головы А тоже три друга. Один друг Ви, второй Ю и третий Зей. Давайте же посмотрим, как они дружат в предложениях. Послушайте внимательно и найдите наших друзей. Я хороший. I am good. Ты голодный. You are hungry. Он счастливый. He is happy. Она учитель. She is a teacher. Он рыжий. It is red. Мы ученики. We are pupils. Вы друзья. You are friends. Они братья. They are brothers. Bye-bye, kids.